Банде Гуру Падо Дандам Бхакта Бинда Саманитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нитананда Саудитам Си Нанда Нанда Нанг Банде Радхика Чаруна Дайам Гопи Джанна Самаюктам Бинда Ванам Манухар Ванша калпатару ваша кипасинду вебача. Патитананг павуне бабишна вебхо наму нама. Мукан кароти вача ланг пангум ланг хет гирим. Ят кипатам ханг банди парма ананда мадама. Бриндавай тулсиде вайпиявай кесва сача. Шна бхакти паде деви сатта ваттвай намо нама. Нараяна намаскритта нарам чайва нараттама. Девинг сарасватинг вясам тато жайо мудире. Санкиртане кришна катхо падеш. Гаурия патрасша пракаса неча. Садануракта Гуру Бхакти Юкта Бхакти Прамодакша Джагод Варуна Деям Сада Парибхавагна Мавишта Духам Тетхас Падам Сива Виринчанутам Сараням Виттатихам Панатапал Бхавадипутам Банде Махапурушате Чаруна Равиндам Ятпада Паллабана Качандамани Чатая Биспуриджита Кимапикабабадушва Дарши Пурна Нурагара Сасагара Сарамурти Сарадика Майкада Кипам Каруши Сри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Сиаддайта Гададхара Сивасади Гаура Бхактавин Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Сиаддайта Гададхара Сивасади Гаура Бхактавин Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рам Харе Рам Рама Рама Харе Харе Аджану Ламбита Бхужау Карака Бодату Санкиртаной Капитару Камала Йотакшу Вишам Бару Диджавару Джугадхарма Палу Банде Джагат Приокару Каруна Бхатару Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе Харе. Намами Ганге Тава Пад Панкаджам, Сура Сурайр Вандито Дивья Рупам. Бхуктинча муктинча дадасиниттам Бхавану рупенна саданаранам Ганга таранга раманья жата калапам Гаури нирантара вибушита бхама бхагам Нараяно прияманга мадапахарам Барану Сипурапати Бхаджави Санатам Ваги Саджуша Бадане Лакшмир Джасса Чабакшаси Джасясте Хидая Самбит Твам Нишинга Махамбаджи Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе Харе. Ахам
Pritatta Karana Nishinishayana Nana Manurato Diyachana Bhagnu Nidra Daiva Hatartura Chanari Sayo Yopideva Jishmat Prasanga Vimukha Iha Sansaranti Jishmat Prasanga Vimukha Iha Sansaranti Ahanapti Tattva Karana Nishayana Nana Manurato Diyachana Bhagnu Nidra Daiva Ahatartura Chanari Sayo Yopideva Jishmat Prasanga Vimukha Iha Sansaranti Jishmat Prasanga Vimukha Iha Sansaranti Gauriya Goshtipati Гурия Гоштипати, Шишила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад. Парамхам Сригад Гуру сказал, нам необходимо выйти из-под влияния влечения и отвержения к материальному миру. Время от времени у нас возникает влечение к миру или отторжение. Наша первая обязанность — выйти из-под влияния, прокрити, то есть материальной природы. Постоянно джива танцует под дудочку майя, не осознавая этого. Но как же выйти из-под ее влияния? В материальном мире сложно найти того, кто вышел из-под влияния гун материальной природы. Порой человек испытывает симпатию кому-то, порой отвергает его. Таким образом, это как влечение, так и отвержение неизбежное в материальном мире. Но так или иначе, мы должны выйти из-под их влияния. В противном случае мы не сможем совершать харибаджан. Также вчера я сказал, что Арджуна сказал Бхагавану Шри Кришне, далеко не все хотят грешить. Некоторые очень благочестивы. И часто люди сами не понимают, почему они согрешили, почему они сделали что-то плохое. Они недоумевают после того, как совершили какой-то проступок. Зачем я это сделал? В Шримад Бхагаватам как минимум в трех местах говорится, что Парикшит Махарадж является Махабхагаватой. Первый раз во время описания гороскопа Парикшит Махарадж, когда мудрецы сказали, это точно так же Риши и Муни во второй раз объявили его Махабхагаватой. И в третий раз сказано, что он является Махабхагаватой. Муни и Риши в разговоре между собой сказали, что нам необходимо услышать Харикатху этого Махабхагаваты. Так вот, вспомните, с чего началась вся эта история. Парикшит Махарадж надел мертвую змею на шею Муни, мудреца. И затем
Шрин Гариши, сын этого мудреца, узнал о произошедшем. Он сын брахмана, очень могущественный, несмотря на то, что он был очень юн. Он пришел к отцу и расплакался. «Кто посмел сделать это с тобой? Кто так оскорбил тебя? Пусть тот, кто сделал это, умрет через 7 дней». Пусть он умрет от укуса Такшака. Итак, напоминаю, в Шримад-Бхагаватам как минимум в 3 местах говорится, что он Махабхагавата. Более того, если вы прочтете описание Махабхагаваты, то увидите, что Парикшит, это Парикшит Махарадж полностью соответствует им. Если вы знаете признаки самосознавшей себя души, вы не станете на меня злиться. Злиться на то, что я говорю. Самосознавшая себя душа никогда не ошибается, первое. Второе, он равно относится ко всем и каждому. Третье, он любит абсолютно все живые существа этого мира. Он испытывает любовь даже к скорпиону. Однажды Санатан Гасай совершал свою ежедневную парикраму и во время парикрамы принял омовение. В это время, когда он принимал омовение, скорпион с дерева упал в воду. Увидев его, Санатан Госвами тут же взял в руку скорпиона и посадил назад. Но пока скорпион находился в его руке, он укусил его. И так повторял, ну, после того, как он помещал скорпиона на ветку, он снова падал. И так повторялось несколько раз, и каждый раз скорпион кусал Санатан Госвами. Наблюдавший за происходящим человек сказал: «О, Баба, что ты делаешь? Ведь он же кусает тебя». На что Санатан Госвами ответил: «Я... То есть природа скорпиона — кусать, и он не может не делать этого. Но я не могу не помочь ему». Когда я приходил к Гуру Махараджу, я испытывал смущение. Мне было стыдно стоять перед ним, потому что я понимал, насколько это великая личность. То есть все это признаки Махабхагаваты. Махабхагаваты чистого преданного. Итак, Парикшит Махарадж, несомненно, является Махабхагаватой. Так как же это возможно, что Парикшит Махарадж оскорбил саду? Вы считаете это возможно? Парикшит Махарадж не может совершить ошибку. Но как же тогда это произошло? Ответ заключается в том, что так случилось под влиянием йога майя. Она устроила это. Я слышал от старших преданных. Постарайтесь понять, что я хочу сказать. Парикшит Махарадж не мог совершить ошибку. И некоторые, даже старшие, казалось бы, преданные, говорят, что Парикшит Махарадж совершил это оскорбление, потому что на его голове была золотая корона, а, как известно, в золоте живет Кали. Именно поэтому оно повлияло на ум Парикшит Махараджа, и он вышел из себя.
Мне было больно слышать это. Почему? Как они могут говорить так? Ведь это, казалось бы, всеми почитаемые саду. Нужно понимать, что та корона, которую носил Парикшит Махарадж, не была обычной. Сам Кришна вручил эту корону Юдхиштхиру Махараджу. До этого она принадлежала Джарасанге. Это очень дорогая корона. То есть сам Кришна своими собственными руками поместил ее на голову Юдхиштхира. Если Кришна что-то сам своими собственными руками кому-то дает, разве там может скрываться майя? Нет. У Кали нет такого высокомерия, чтобы посметь войти в корону, которую сам Кришна дал Юдхиштхире. Как мы знаем, корона передается по передается от одного правителя к другому в династии, среди представителей династии. Таким образом, эта самая корона перешла и к Парикшит Махараджу. И, конечно же, она не могла быть осквернена влиянием Кали. И таким образом остается одно объяснение. Это устроила Йога Майя. Почему это действительно так? Потому что когда Парикшит Махарадж вернулся в свой дворец, и до него дошла новость о том, что он, что его проклял сын Муни, проклял он на смерть. Как отреагировал он? Каждый, кто совершает Гаудия Бхаджан, должен готовиться, быть готовым к смерти. Хотя смерти не существует. В шастрах сказано, что вы подразумеваете под смертью? Что такое смерть? Просто момент, когда ваша память стирается. Вы оставляете все, оставляете свое грубое тело и принимаете новое рождение в лоне новой матери. Таким образом, смерти не существует. После того, как Шукадев Госвами встретился с Парикшит Махараджем, Парикшит Махарадж попросил его дать ему процесс, при помощи которого он сможет достигнуть успеха, достигнуть совершенства. Прежде чем начать Бхагават-катху, Шукадев Госвами предупредил Парикшит Махараджа. О, царь, запомни, что совсем скоро ты умрешь. Ты должен постоянно помнить об этом, что ты умрешь. Не забывай об этом. Вновь и вновь думай об этом. Ведь если смерть неизбежна, если, то есть естественно, ты будешь стремиться как можно скорее разрешить эту проблему, то есть найти решение, то есть сделать так, чтобы смерть, чтобы извлечь все выгоды из этой ситуации. Как если приговоренного к смерти заключенного с утра, то есть, допустим, его казнь в обед, а с утра к нему придут и спросят, что бы ты хотел поесть? Какой из роскошных блюд ты хотел бы поесть?
И, конечно же, никто из заключенных об этом не думает, никто не хочет есть в такой момент, когда он знает, что совсем скоро его смерть настигнет его. Таким образом, все мы не должны забывать о том, что смерть близко, и это будет помогать нам быстро продвигаться к нашей духовной цели. Когда Шукадева Госвами собирался покидать место, на котором состоялась Харикатха, чтение Шримад Бхагаватам, Парикшит Махарадж сказал: «Гурудев, ты сделал для меня, ты дал мне неоценимое сокровище. Ты сделал для меня так много». На это Шукадева Госвами сказал. То есть это были слова Парикшит Махараджа, Шукадева Госвами сказал: «Запомни, что смерть — это...» То есть когда Харикатха закончилась, Шукадева Госвами сказал полностью противоположное тому, что он говорил в начале. Он сказал: «Смерть — это животная концепция. Не думай, что ты умрешь». Почему он сказал так? Потому что он уже дал Парикшит Махараджу бессмертную амриту. Амрита, которая дарует бесстрашие. После Шримад Бхагаватам Парикшит Махарадж сказал: «Где Такшак? Пусть он укусит меня. Пусть поскорее он придет и укусит меня. Я готов оставить тело». Никакого страха. Таков результат слушания от самоосознавшей себя души. Итак, я хочу вернуться к моменту о том, что Парикшит Махарадж не мог совершить ошибку. Ведь если бы он действительно совершил ошибку, как бы он так быстро вернулся во дворец, то есть как бы он сразу же после своего возвращения во дворец стал глубоко раскаиваться. Он сокрушался за всю свою жизнь. Ни я, ни мой отец, ни мои дедушки и прадедушки не совершали таких ошибок. Я всегда отношусь с глубоким почтением к саду. Как же я сделал это, как так вышло? И вот в момент этих раскаяний до него дошла новость, что его прокляли. И что он сказал на эти слова, на эту новость? Он сказал: «Это самое правильное наказание для меня. Я должен понести это наказание, чтобы никогда в жизни, то есть никогда больше я не совершал подобные ошибки, никогда не оскорблял саду». Это сделало, все это было, произошло по устройству майя, для того, чтобы чтобы Шукадев Госвами дал бесценные сокровища Шримад Бхагаватам Парикшит Махараджу. Парикшит Махараджу и всему миру. Люди заняты тем, что пытаются обезопасить свое существование.
Они оформляют страховки. Страховку страхуют себя, свою жизнь, свое тело, разные части тела. Но вы действительно думаете, что это спасет вас? Когда вам придется оставить тело, вам придется сделать это, и никто не сможет это отменить. Люди предпринимают усилия для того, чтобы обезопасить свое существование, для того, чтобы увеличить свои материальные сбережения. Порой люди берут огромные кредиты, а затем спят. И видят во сне, как... То есть они не могут спать спокойно из-за того, что взяли огромные долги. Таким образом, страхи постоянно идут за нами. То есть мы можем их и не осознавать, но в нас полно страхов, которые не дают нам спокойствия, не дают нам покоя. All demigods, they are waiting. If you are not going to give some interest to them, полубоги ждут. They can kick you. Be careful. All demigods wait to search some problem and put you in trouble. Always try. Постоянно чинят нам препятствия. Ждут подходящего момента для того, чтобы послать нам очередную проблему. Почему люди рождаются в материальном мире? Ведь материя совершенно отлична от атмы. То есть атма — это одно, а материя — совершенно другое. Но почему же происходит так, что дживы принимают рождение здесь? Потому что их сознание покрывает майя. Кришна говорит Удаве, сатва, тама, раджа, гуна не имеет никакой связи с атмой. Always, everywhere. Title is there. Only pure Guru Vishnu, they are not going to accept any title. Or at all somebody giving forcefully, okay. They never mind. Title, position, they are not going to. It is written, jivas are going to samsara. Говорится, джива погружается в самсару. Why? Going means, surely it is a foreign country. You are coming to India. It's foreign country for you. If you are in your motherland staying somewhere, someone cannot say, you are going to foreign country. Cannot say. That's why this material world is foreign. То есть это говорит о том, что то есть джива приходит в материальный мир. Что это значит? То есть она приходит, она не берет, ее начало не здесь. То есть она... Это не ее родина. Это не то место, где она должна находиться. Таким образом, джива приходит в самскару. Точно так же, как
вы приехали в Индию, и Индия для вас то есть не ваша страна, это иностранное государство. Бхагаван никогда не хотел, чтобы дживы были покрыты сансарой, то есть погружены в сансару. Это происходит исключительно по желанию дживы. Теперь я хотел бы перейти к нашему основной теме. Мы во всех и каждом видим своих врагов. Да, ты правда считаешь, что они твои враги? Ты сам свой первый враг, свой главный враг. Ты не позволяешь своему уму, своему эго погрузиться в баджан. Поэтому ты главный враг для себя. Ты сам главный враг себе. Если есть кама, есть и кротха. И когда джива, когда в дживе кипит кама, и она не получает желаемого, естественно, в ней поднимается гнев. Кротха. Так, Бхагаван объясняет, что кама, кротха и другие враги человека очень опасны. И мы поэтому, первое, что мы должны сделать, это выйти из-под влияния трех гун материальной природы, которые порождают все препятствия. Прабхупад объясняет, что пока мы не выйдем из трех гун, из-под влияния трех гун материальной природы, наш настоящий баджан не начнется. Что мы делаем сейчас? Мы просто практикуем. Но баджан начнется только после того, как мы выйдем из-под их влияния. Итак, Бхагаван говорит о Удаве. Вчера мы остановились на этом. Удава, да, правда, очень сложно выйти из-под влияния трех гун материальной природы. И сейчас Бхагаван хочет рассказать Удаве о процессе, который доступен всем и каждому. И далеко не каждый может обрести садху-гуру Крипу. Не так и не каждый может служить вайшнавам, обрести эту возможность. Служить вайшнавам очень легко можно выйти из-под влияния трех гун материальной природы, просто служа вайшнавам. Это в том случае это становится очень простым процессом. Но далеко не каждая дживатма имеет возможность делать это. Поэтому Бхагаван говорит, совершайте саттвика-севу. Постепенно вы обнаружите, что саттва-гуна начинает преобладать в вашей жизни. И вчера я уже говорил о саттве, я объяснял о том, как служить саттве.
по милости Гурудевы Прабхупады, я уже объяснил. Так вот, благодаря такой деятельности вы поймете, что ваша жизнь все больше находится в сатва-гуне. И постепенно она достигнет такого уровня, когда тама или раджа-гуна попытается проникнуть в вашу жизнь, проникнуть в вас, вы не позволите им сделать этого. Они могут постоянно предпринимать попытки войти в ваше сердце, тем самым принеся вам проблемы. Но Бхагаван объясняет, что в таком случае у них ничего не получится. Когда сатва-гуна достигнет высокого уровня в вашей жизни, у них ничего не выйдет. Однако, лишь когда вы утвердитесь, когда вы полностью предадите... Ну, однако, говорит Бхагаван, все-таки какая-то опасность остается всегда. Лишь когда вы полностью предадитесь моим стопам, я возьму ответственность за вашу безопасность. И тогда, в таком случае, вы будете абсолютно защищены. Арджуна говорит... Бхагаван говорит Арджуне. О предании. Казалось бы, сейчас Господь говорит, оставь все и просто предайся мне. Так о чем, для чего же говорилось все вышесказанное? Зачем Господь говорил обо всем, что прозвучало? Господь объясняет, что я хотел преподнести тебе разные процессы для разных людей. Ведь люди разные, их стандарты разные, их возможности, их сукрити, положение в обществе. То есть имеется в виду их адхикар, у всех совершенно разные. Соответственно, то, что может делать одна, для второй это недостижимо. Поэтому по желанию Бхагавана все дживатмы в обусловленном состоянии имеют возможность прийти в контакт с Ним. И даже если в одной жизни будет недостаточно, то джива сможет прогрессировать, и ее сознание в следующей жизни будет именно на том уровне, на котором оно завершило свое развитие в этой жизни. Санатана Госвами говорит, Бхагаван в Пракрита Джагат и Апракрита Джагат совершает игры с бесчисленными преданными дживами. Несмотря на то, что у Бхагавана так много окружения, то есть Бхагаван полностью удовлетворен, его окружают бесчисленные дживы, с которыми он совершает непрерывные игры. Однако он жаждет встречи с новыми и новыми дживами. Regarding Sattik Seva, I already told. Sattik, two type of Sattik already I told. Итак, вчера я говорил о двух видах сатвы. One is after Upasamatma. Первый вид Упасаматма сатвик. А второй Рагатмака сатвик. И вот этот второй тип и приносит страдания. То есть не страдания, а трудности. То есть это
та сатва, когда мы хотим простой, спокойной жизни, хотим наслаждаться счастьем в материальном мире. Как я объяснял, для того, чтобы победить эту гуну, эту материальную сатву, нам необходимо прибегнуть к помощи трансцендентной сатвы. Как ты хорошо знаешь, Удава, существует 18 Пуран. И различные шастры. Они пришли в этот мир благодаря Бхагавану. Существует 6 Саттвика Пуран, 6 Тама Пуран и 6 Раджа Пуран. Если вы ознакомитесь с ними, то увидите, что даже в Махабхарате многие трактуют ее абсолютно по-разному. И это говорит о том, что не все понимают ее. Даже в Упанишадах сказано. В Ведах, в Упанишадах говорится, то есть приводится мантра для Индры, что говорится, что нужно поклоняться Индре, где-то Шанкару, где-то другим полубогам. То есть и невозможно сделать какой-то вывод, кто главный среди них, кому необходимо поклоняться в первую очередь. Поэтому Бхагаван говорит, что даже возвышенные саду, муни, риши, в замешательстве, приходят в замешательство. Так как Веды не отличны от Бхагавана, об этом говорит Бхагаван, Also, Jamraji Maharaj also speaking to a servant that about Bhagavad Dharma, we 12 know something about the mercy of Bhagavan. We know Bhagavan, not that. Somehow, as the mercy of Bhagavan, we know something about Bhagavan. Sambur, Narada, Sambur, Kumara, Kupila, Muni, Parlada, Vismo, Janako, Vishwa, Balir, Vyasakirva, Dado, Shita, Vijanimu, Dharvam, Bhagavatam, Bhattam. And about Bhagavad Dharma speaking, Guhyam, secrets of the secrets. Guhyam, Vishuddha. Говорится, что Бхагавата Дхарма является... Нет ничего чище Бхагавата Дхармы. И в то же время нет ничего сложнее ее. Не потому что... То есть не потому что действительно шастры так сложны. Проблема в нас, потому что мы не то есть наше сердце непросто, оно полно лицемерия, поэтому нам так сложно постичь эту татву. Вспомните Джагадананда, написавший прямо Виварту. Если вы простосердечные, в вашей жизни нет лицемерия, у вас нет лицемерия, вы очень легко сможете понять учение Шри Чайтанья Махапрабху.
Если вы от всего сердца молитесь Бхагавану, я бесполезен. Но я хочу понять твое учение. В таком случае у вас все получится. А если вы высокомерный, зазнайка, считаете себя влиятельным человеком. Я говорю об этом, потому что именно пример, то есть пример этого мы видим в жизни Шрилы Прабхупады. Вспомните, как я уже много раз говорил за последние дни, Панчанан, преданный Шрилы Прабхупады, казалось бы, совершенно ничем не примечательный. Он совершал самую простую грязную севу, то есть самое простое грязное служение, то есть был садовником, мыл грязную посуду, но Прабхупада был очень привязан, то есть очень любил его. Он постоянно вспоминал о нем. Но когда его оставили, его ученики, которые осуществляли масштабную проповедь, казалось бы, были большими знатоками шастр, он даже не вспоминал про них. Ни разу он не произнес их имя после того, как они покинули его. Почему так? Потому что он хорошо знал, что такой простой преданный, как Шатьянан, очень предан ему, как Панчан. Вы сидите на колеснице своего ума. Он возносит вас высоко в небо. И за секунду вы можете достигнуть Америки, Италии, Германии, еще какое-нибудь отдаленное место. Ум может улететь куда угодно, без всякого паспорта и визы. Те, кто сфокусированы на материальных вещах, их ум постоянно обеспокоен, он метается из одной стороны в другую, из стороны в сторону. Но чистые преданные, прежде всего, их ум трансцендентен, а во-вторых, он однонаправлен. Поэтому Прабхупада часто повторял, завтра я об этом расскажу более подробно, поговорим о том, что наша сева должна быть направлена и должна идти по одному каналу, а не так, чтобы придумывать какие-то новые каналы, то есть новые цели. Примерно 8 месяцев назад ночью какой-то человек открыл огонь здесь, стрелял. Полиция так и не смогла найти этого человека. Я говорю это к тому, что тот, кто говорит абсолютную истину, всегда подвергается нападкам общества. After getting that property, Amrita,
Гойям Вишуддам Дурвадьям Джадгьянта Амритам Ашмати. He can drink Амрита. That is the genuine Амрита. No? So anyway, if at all Bhagavan speaking Shastra, first one point. Shastra means, you understand, that you will have to follow Sattik Shastra. But still the Sattik Shastra not written clearly, but I will have to speak clearly. Sattik Shastra under the guidance of Sadhguru. If you go on reading Sattik Shastra, если вы будете читать Саттвика Шастру, это необходимо делать исключительно под руководством Садхгуру. Как я только что сказал, даже великие риши и муни порой не могут прийти к единому заключению о значениях вед. То есть существует бесчисленное количество комментариев, во-первых, а во-вторых, бесчисленное количество толкований, то есть толкований одного и того же стиха. Одни говорят одно, другое говорят совершенно противоположное. Но кто познает саму суть вед? Кто может извлечь нектар вед? Самую суть. Кто может самую суть извлечь из вед? Кто? Лишь тот, на кого прольет полную милость Кришна. Только он. Ведавьяса Сатьявиша Аватара. But somebody explained this way, somebody explained this way, somebody explained. All different. Он дал объяснение Шримад Бхагаватам, но есть и те, кто также делали это и делали это абсолютно по-другому. Everybody can. Because Vedanta is a direct Siddhanta Vichara Vedabhyas. Веданта — это прямое описание. He can give you inspiration, you can understand. But if you are not going to follow Vedavyas, maybe если вы не следуете Ведавьясе, so Shankaracharya cannot make appropriate meaning of. Будь вы даже Шанкарачари, вы не сможете постигнуть Веданта Сутру, потому что мы получили ее от Ведавьяса, то есть он ее написал. То есть, когда он напишет свои, то есть его комментарии совершенные, в них истина. Однажды Санатана Госвами написал комментарий на Гопи Гит. Санатана Госвами стал писать комментарии на Гопи Гиту. И что он сделал первым делом? Он стал молить о помощи Гуру и Шри Гуру и Господа, саму Кришну. Он говорил, кто я такой? Рупа Госвами точно так же молился перед написанием Бхактирасамрита Синду. Я принимаю прибежище стоп Шри Чайтанья. Лотосным стопам Бриндаванда Смахаршая. Такова Шраута Парампара. Там нет места для ложного эго. Каждый полагается на своего гуру. Не должно остаться ни грамма ложного эго. Только тогда мы сможем по-настоящему следовать нашей Гуру Варге. Махапрабху приводит пример Санатани Госвами. Простите, Сарамбам Бхаттачарья. Он говорит, Гангаям Гхосапалли,
Гангаям Гошапали. Это санскрит. Гошапали означает в Ганге. То есть дословно перевод в Ганге. Гошпали, I mean the village of Gosha, village of all those Gosha, they are in Ganga. Гошпали, то есть деревня Гоши, то есть деревня молочников в Ганге. Как это возможно? То есть там не говорится ни о каком острове, на котором расположена деревня. Просто говорится, что сама деревня находится в Ганге. Как такое возможно? Махапрабху объясняет, что для того, чтобы понять этот стих, нужно применить ум и с помощью логики вынести заключение, что все-таки невозможно находиться в деревне, не может располагаться прямо посреди реки. Сделать заключение, что она, деревня стоит на берегу Ганги. Так вот, вся Веданта Сутра в действительности говорит все прямо и не оставляет места для ментальных спекуляций. В ней нет необходимости, она не дает нет необходимости что-то домысливать. Итак, саттвика шастра. Ей необходимо. То есть все, что указывает, дает нам указание на Бхагавана, и относится к саттвика шастра. Она лишена раджа тамагуна. Бхагаватам это относится к высшему писанию, то есть это высшее писание. Шриман Бхагаватам. Нирмацарам. Оно занимает высшее положение. And Bhagavatam also it is. What is the utility of going through all the sastra? Whereas it. И какой же есть разве есть смысл читать другие писания, когда Шримад Бхагаватам может дать все необходимое, даровать высшее благо, дать каждому то именно то, в чем он нуждается? И какой смысл прибегать еще к каким-то шастрам, будь то саттвика шастра или какие-то другие? This is a grammatical, so complete, total. Шримад Бхагаватам полноценен. В нем есть все, включая Кришна прему. Именно поэтому Махапрабху вновь и вновь слушал Шримад Бхагаватам из уст Гададхар Пандита. Я хочу услышать Прахлада Чариту, просил Махапрабху Гададхар Пандита. Гададхар Пандит говорил, но мы же только что ее читали. Нет, я хочу опять. А в другой раз он просил Друва Чариту. Посмотрите, Бхагаван, то есть Махапрабху — это сам верховная личность Бога. И он
с такой жаждой хотела вновь и вновь слушать то, что он слышал уже не один раз. То есть тем самым Господь приносит, дает нам пример. Never you can find one single such behavior from Mahaprabhu, which can give you inspiration to express adversity. Никогда Махапрабху не учит нас проявлять высокомерие. То есть он дает нам много уроков, но никогда не говорит, что высокомерие допустимо. То есть сатвика шастра — это... То есть дословный перевод сатвика шастра — это те шастры, которые помогают нам прикоснуться к Господу. Вишну Пуран также относится к сатвика шастре. То есть не обязательно только к Кришне, может быть, к Нарайне и так далее. You can enter into bathroom, open the shower and geyser, and make some scent or use some nice, you know, international lux, very costly. 500 rupees one, 500 rupees one, no. This is called Rajasic. It's not something. You are opening geyser. I still today, I am pumping hand pump and taking bath in night and 3 o'clock. Indian system. Why should I go? Even there is water purification. I am not drinking one glass of water. Never you can ask so. I am drinking ordinary water supplied in the corporation. К Раджагуне относятся жизнь в комфорте. Я, к примеру, привык пользоваться водой из колонки. Я каждое утро в 3 утра качаю воду и принимаю омовение. Тут вот у нас стоит фильтр для воды. Вы можете спросить Таруну, я еще ни разу не пил здесь воду. Я пью обычную воду из-под крана. Бхактивиген Бхарати Госвами Махарадж однажды в Джаландаре сказал, мы однажды один человек пришел к Бхарати Махараджу и сказал, пожалуйста, посетите мой дом. Пролейте свою милость. Бхарати Махарадж согласился. Это был очень богатый человек. И старый дом. То есть мы давали харикатху в одном доме. И он попросил Махараджа приехать в другой, новый его дом. И он приехал в новый дом. Этот человек говорит, Махарадж, это английский душ. Махараджа, то есть там какие-то инновационные приспособления для мытья. Махарадж удивился. То есть имеется в виду, что такой прогресс, казалось бы, технической, то есть все для комфорта людей, но на самом деле можно жить гораздо проще. Гораздо проще принять омовение на Ганге. Если ваш ум сатвичен,
В соответствии с временем и обстоятельством можно зачать хорошего ребенка. То есть, если следовать всему процессу, то придет хорошая душа, в противном случае демон. Вспомните из Шримад Бхагаватам историю Дити. Дити хотела зачать ребенка именно в этот момент. То есть Кашьяп Муни не соглашался, потому что это было, знал, что это неблагоприятное время. Как раз была Сандхья, вечер. Но она настаивала. Она настаивала, и родились два демона. Все это было устройством Майи. Итак, если вы хотите зачать ребенка, существует целая наука. Если вы благочестивы, если ваш ум благочестив, то и ваши дети будут очень хорошими. В противном случае родится демон. И даже после этого, после рождения, если даже родится благочестивая душа, но она не станет общаться с Гуру и Вайшнавами, не факт, что он вырастет хорошим человеком. Вспомните историю Шивананда Сена. Его сыном был Кави Карнапур, Адвайта Гасай Гопала. У Адвайта Гасай сын был Гопал и Ачютананда. То есть это были великие личности. Даже сам Махапрабху сказал Шивананде, твой следующий сын, у тебя вновь родится сын, назови его Пуридас. И родился этот мальчик, он был настолько могущественен, нам сложно представить, ему было 5 лет, он наизусть знал Шримад Бхагаватам. Махапрабху просил его, скажи что-нибудь, и он говорил наизусть. Когда ему было 7, он был выдающимся писателем в вайшнавском обществе. Итак, это возможно. Возможно, зачать благочестивого ребенка. В шастре говорится, что не нужно жить в том месте, где нет ни брахмана, ни вайшнавов, ни святых мест, тиртх, где люди заняты кармичной деятельностью. Это место не предназначено для жизни. А если жить нужно в месте, где с самого утра вы можете слышать декламирование священных гимнов, как в Бадринарайне. С самого утра. Во Вриндаване примерно 25 лет назад, 25 лет, не больше, с самого утра доносились различные киртаны. Отовсюду. Декламирование шлок. А сейчас приедете? Этого нет. Всего 25 лет назад.
Pampar, Kipa, oh, from this temple, Obama, so nice one, sadhu speaking. Если пройдешь раньше по улице, с одного храма доносится харикатха одного замечательного саду, с другого храма другого замечательного саду. Но сейчас времена изменились. И сейчас я испытываю боль за нынешнюю ситуацию. Почему? Потому что я почувствовал, как это может быть. В то время не было ни отелей, не гостиниц. Здесь раньше я спокойно стоял под тенью дерева и любовался, глядел на Гангу и размышлял о гуру. Как поет Бхактивинода Тхакур, Кабе-хабе боло сайдинамар, то есть когда наступит этот день? На берегу Ганги были сады, не было этих машин, шума, ришк. Сейчас мы тут же в Майпуре, но все это утрачено. Если выйдете на улицу, там все в гостиницах, тут продают спиртное и так далее. Но почему так происходит? Потому что мы обусловленные души, то есть потому что мы вынуждены это видеть из-за своей обусловленности. Но если вы приведете сюда Шидара Махараджи, Шрила Бхакти Прамодпури, Госвами Махараджи, то они как бы увидят то же самое, но на самом деле, точнее, они будут видеть то, что Майпур таким, как он был 20-30 лет назад. Многие люди задавали вопрос Гуру Махараджу. У нас в стране очень холодно, и туласи не растет. Что нам делать? Гуру Махарадж говорил, всячески старайтесь устроить для туласи благоприятную среду, чтобы она все-таки росла. Сделайте ей искусственный свет. Вспомните, как мы поем в Киртане. Написано Бхактивинода народом Дастакором. Where there is no sun. Morning time, if you come out, you can see some demons outside, all busy with material. It's not good. When you can come out, you can see one sadhu morning time, or can have the chance to pay dandavat in a temple established by one big exalted devotee. Ordinary people establish temple, don't go there. Благоприятно жить в том месте, где с утра вы можете встать и пойти в храм, предложить поклоны, который установил великий Вайшнав. И я не советую вам ходить туда, храмы, которые не были установлены великими ачарьями. Об этом говорит сам Рамаджи Ачарья, что этого делать не следует. Если чистый преданный устанавливает божество, открывает храм, сам Господь пребывает там. Именно поэтому Прабхупада часто говорил, что ни при помощи денег, ни при помощи власти невозможно открыть храм, невозможно установить божество. I can take you. Birla making so many temples. Ghanashyam Birla.
But who care when to go there? In Baliganj, here in North Calcutta, I went there in small boy because guardian take me to do very costly temple. В Индии очень много храмов, которые были открыты богатыми людьми. Но они бессмысленны. Сегодня я должен был... Кала означает время. Если вы хотите... совершать служение в саттве, вы должны вставать рано утром, в 3 утра, принимать омовение и совершать медитацию, концентрироваться, повторять харинам. Все демоны в это время спят, а вы воспеваете святые имена. Об этом говорится в Гите. Завтра мы поговорим об этом. На сегодня время вышло, я прошу прощения, я должен остановиться и уже бежать. Юха сансаранти ванчакалпатарусипа, отитану бхавану вишнишу. Ванчакалпатарусипа. Everybody can hear Харикатха. No restriction. Каждый может слушать Харикатху. Каждый. Харикатха no restriction. Харикатха не имеет никаких ограничений, точно так же, как Харинам. Харикатха открыта для всех. Каждый может приходить и слушать. В оскверненном состоянии нужно сидеть, можно сидеть отдельно, но слушать нужно всегда. Не нужно прекращать приходить на Харикатху даже в оскверненном состоянии.